смотрели. Что тут у нас? Опа. Что, порядка 5 часов постояло. Хотел момент показать, что касается одеяла. Сейчас машина без одеяла. Опа. Минус 3 вот она показывает. За 5 часов на улице минус 13. Получается, особо не выветрилось. Но видите, нету ветра сегодня. Ну-ка, что она как заведется? Даже не на двух цилиндрах, как обычно. На холодную она заводится. Ну вот, как бы к вопросу, нужно ли одеяло. Но в принципе, по опыту прошлого года, одеяло, ну, теплее с ним. Как бы ехать даже теплее, машина не так это остывает. Но вообще, как бы по трассе выхолаживает быстро это встречный ветер. То есть это нужно решетку закрывать по-хорошему. Вот. А что касается одеяла, ну это вот оставляешь вот так возле дома. Получается там, или как по городу, если ездишь, она не успевает остыть. Особенно вот когда ветер тоже. Все равно как-то оно лучше спасает. Вот. Ну, хотя оно было бы теплее, там, ну был бы плюс один бы, не минус три, а плюс один бы был мотор. За ночь оно все равно остывает. Единственное, что как бы с одеялом, это момент, что вот единственное, точно по городу вот ездишь, это не так оно остывает быстро. Вот. Ну, по большому счету, вот... Сейчас вот до минус 15, в принципе, на улице. Минус 13 вот показывает. Нормально. И без одеяла, в принципе. Прогревается она, конечно, херовенько. В плане того, что ездишь, час целый. Она до 76 нагревается, и все. Как бы больше не нагревается. В машине, вот если она на улице постоит, то в машине холодно. 76, когда, ну, только температура двигателя, не особо тепло идет. Обдув не особо тепло. Немножко запотевать начал, встаю пока. Потому что, ну, вот где-то градусов 80-81, вот тогда уже 82 там, тогда уже прям чувствуется, что прям тепло пошло. А до этого, как бы там 76, как бы, ну так, зябко немного. Особенно если на улице там минус 15 и ниже, хрен ты ее нагреешь, в общем. Ну, народ там, люди ставят там термостат на 9, сколько там, 92 градуса, да, по-моему. Или 87. Ну, в общем, теплее с ним намного. Потому что с этим термостатом хрен ты ее нагреешь. Вот если, ну, просто климат такой, жестковатый немного. Вот она минус 15, ощущаться может как минус 22. То есть, если вот сегодня ветра нету, как бы еще более-менее нормально. Она он не выхолодилась так быстро, да, не остыла, даже без одеяла. У нее там морда до середины закрыта. А так, в принципе-то норм, вот, сейчас покажу. Морда закрыта. Будет видно, не будет видно. Свечивает. Ну, вот нижняя часть. Вот. А так, конечно, если... Вот уже 35 градусов. Надо проволокой привязать. Теряю это уже какой раз. Эту низушку поехал сегодня, тоже, блин, она выпала. Надо ее, думаю, проволокой привязать, там этот... Ну, такие у меня... Сейчас покажу. Сейчас, интересно, будет работать. О, работает. Ну, такие вот у меня имеются
плохо видно. Мягкие такие тавлера вот взял. Утеплитель для труб. Они вот удобные, подходят. Они и под цвет решетки, и под это. И мягкие так держатся. Но вот их на сезон хватает, а больше уже не хватает. Если больше, то... Ну, они ссыхаются, выпадывают, в общем. Привязывать их надо или что-то делать, я не знаю. Я просто там решетка стоит. Без них, конечно, хреновато. Особенно по трассе, особенно когда ветер выдувает, машина не нагревается даже до рабочей температуры нормально. Хрен нагреешь. Вот. Такой вот момент. Еще момент, что греть вот ее надо. Вот 40 градусов минимум я вот грею. Потому что поршня облегченные, они гремят, звенят, если трогаться начинаешь. Там вот хотя бы 30, хотя бы 40-50 градусов надо нагреть, потому что иначе она просто... Ну жалко машина, просто значит, газу даешь, а у нее поршни в разные стороны болтаются так, что аж звон стоит такой. Как-то вот так вот оно все это. Такая вот она зимняя эксплуатация. Но в принципе я в гараж сейчас ставлю. В гараже нормально. Заводишь, а там плюс один сейчас, ноль, где-то так. Там заводишь нормально, машина себя чувствует. На морозе, конечно, она на холоде заводится всегда сначала на двух цилиндрах почему-то. Я не знаю, в чем секрет АвтоВАЗа. Говорят, что эти моторы ходят там долго и что. Я не знаю, как бы, как-то доверие не особо внушает тот момент, что как бы летом-то еще более-менее, а вот зимой, конечно, капец. На двух цилиндрах стабильно заводится мотор. Сначала два цилиндра работает, потом подключается. Ну, я не знаю, может, какая-то система автовазовская специальная здесь. Экономии топлива там или что, я не знаю. Ну, блин, как-то так оно все. Ладно, буду двигаться потихоньку.